Налоговая служба расширяет спектр предоставляемых электронных услуг. Уже сейчас для удобства налогоплательщиков работает более 30 интернет-сервисов для их дистанционного обслуживания. С июня прошлого года доступна услуга для предоставления документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде. С октября запущен проект «Личный кабинет налогоплательщика», получить доступ к которому можно при обращении в ФНС с документом. Плательщики могут получать актуальную информацию о начислениях, о имеющейся задолженности. Можно посмотреть суммы начисленных и уплаченных налоговых платежей, наличие переплат, объекты движимого и недвижимого имущества, сформировать состояние расчетов, сформировать квитанцию, а также оплатить с помощью банков-партнеров. Интернет-сервисы налоговой службы становятся особенно актуальными в преддверии уплаты имущественных налогов до 5 ноября.